Партии не безразлично, кто будет баллотироваться в Госдуму, а потому партийным руководством было принято решение о создании интернет-проекта «Кандидат» в помощь тем, кто решит участвовать в выборах. Будущие кандидаты должны иметь безупречную репутацию и болеть за будущее страны. Интернет-проект работает с 7 декабря. На его сайте размещена вся полезная информация, касающаяся выборов. Зарегистрироваться могут все желающие. Для пользователей доступны функции обратной связи. Можно задать интересующие вопросы, есть возможность доступа к обучающим видеолекциям, семинарам и брошюрам. Путем тайного голосования заместитель директора Департамента внутренней политики края Виктор Тушев был избран в состав регионального политического совета партии. Затем прошли выборы делегатов на 15-й съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». От Краснодарского регионального отделения в Москву отправятся 22 человека.